Ко дню медицинского работника приурочена и фотовыставка врача-кардиолога, члена Тверского фотоклуба Валерия Патрикеева, которая открылась в библиотеке имени Герцена. Она называется «И бесконечно длится день». Главной ее идеей стало философское переосмысление автором текущих моментов человеческой жизни. Своими работами он стремится показать, что очередной выходной день – это не просто 24 часа отдыха. Это время для свершений, для чего-то уникального и интересного. Время для того, чтобы по-новому обратить внимание на детали окружающего мира. А подробнее об этом в следующем сюжете. Валерий Патрикеев, врач-кардиолог, около 30 лет работает в областном кардиологическом диспансере. По собственному признанию, он фотографирует 6 лет. Выставка для авторов библиотеки имени Герцена 10-я, юбилейная. И проходит она в год его юбилея, 60-летия. Содержимое этих работ, оно никого не оставляет равнодушным. И вот уже 10 лет наши друзья, семья Патрикеевых, в стенах нашей библиотеки радуют наших посетителей своими великолепными фотоработами. В этот раз выставка является фотоотчетом о мини-путешествиях, о поездках одного дня, совершенных за последнее время. Иверский, Валдайский монастырь и Мшенские источники, город Ростов-Великий, дворянские усадьбы Шахматова, Тараканова, Степановская, Волосова, Никола-Малецкий монастырь, город Высоковск Московской области, поселок Компьютерия, олени фермы Сергеевка, а также прогулки по городу и любимой даче. На открытии выставки были друзья, знакомые и поклонники творчества Валерия Патрикеева. Выставка замечательная. Это то, что я вижу постоянно, когда путешествую по краю. Единственное, вот я им сказал, еще можно добавить людей в будущем какую-нибудь выставку. Название выставки «Бесконечно длится день» показывает, сколько всего прекрасного, удивительного можно услышать, увидеть и, конечно же, сфотографировать за всего один выходной день. В нынешнее непростое время такие поездки помогают сменить обстановку, переключить сознание на позитив, зарядиться энергией, распространяя вокруг себя тепло и свет. В этом главная идея выставки. Взяв в руки фотоаппарат, человек превращается в маленького волшебника, который замечает то, чего не подвластно заметить другим людям. В профессии врача очень много таких случаев, когда приходится замечать маленькие вещи, которые складываются в большое значимое, в диагноз. Интересно также название фотографий. «Ель на свете всех белее» или, к примеру, «Отряд быстрого реагирования». Супруга автора выставки поделила, что у них с Валерием Патрикеевым идут очень долгие споры насчет названия фотографий. Так что подписи под работами – это плод совместного семейного творчества Патрикеевых. По словам гостей экспозиции, она задает особое лирическое настроение, которое надолго остается в душе. А посетить фотовыставку можно будет всем желающим вплоть до 5 июля.